Выходит в красный угол представитель Монголии Тулга Уюнбаатар. Ну и оппонировать ему будет спортсмен из Алжира Абдель Насер Бен Лариби. Boxers, head up, no low blow, no holding, shaking hands, good luck. Итак, смотрим. Бокс. Начинает сразу с передней руки Тулга. Смотрите, какое плотное начало. И боксер из Алжира принимает правила игры. Если обмен, пожалуйста, будьте любезны. Здорово подготовил правую руку Тулга. Хорошо встретил сейчас Уюнбаатар. Ну и мы видим, что на ближней дистанции Абдель Насер тоже добивается определенного успеха. Хорошая двоечка в исполнении Абдель Насера. Старается алжирец держать центр ринга. Ну а Уюнбаатар очень спокойно работает вторым номером. Действует от оппонента. Много двигается. Здорово. Попал чистый левый сбоку сейчас Уюнбаатар. И попадает уже и справа. Классно. Есть дыры в защите у Абдель Насера. Минута до конца первого раунда. Старается одиночным ударом достать, и рефери делает замечание алжирцу за удар открытой перчаткой. Честно говоря, так, наверное, скорее превентивная мера, нежели реальное нарушение со стороны Абдель Насера. Ну, по крайней мере, отсюда, да, рефери, понятное дело, ближе, ему виднее. Ну, вот здесь такая борьба у нас идет в клинче, да, и вновь внушение получает Абдель Насер. Вот здесь неплохо, кстати, провалил соперника Абдель Насер. И вот тут начинают парни стараться переиграть друг друга за счет движения, за счет работы на ногах. Пока все. Так, еще раз на повторах видим, как парни работали в первом раунде. Ну, скажем так, инициатива в основном была на стороне, как мне кажется, Уюнбаатара. Но порой Абдель Насер Бен Лариби выглядел тоже вполне себе конкурентно.
Рефери делает замечание обоим за опасное движение головой вперед. Хорошо опять работает вторым номером от соперника. Тянет на себя Юнба Атар. Также старается не оставаться на линии огня. Постоянно меняет направление своих перемещений. И стоп, была команда. Здесь почему-то Абдель-Насер игнорировал ее. Здорово по туловищу. Старается действовать вариативно Аюмба Атар. Левый сбоку раз за разом, кстати, у Тольги проходит. Стоп! Что опять не так? Нет, все так. Здорово по туловищу, сдваивает удар слева и тут же перевод на голову. Очень хороший эпизод. Пласта через углом влево серию выпустил Аюмба Атар. Но в целом то, что делает Тулга, мне нравится чуть больше, нежели то, что показывает Абдель-Насер. Хотя, опять же, безусловно, у него тоже есть попадание. Безусловно, он тоже добивается определенного успеха, тем более в размене. Плохо слушают команды рефери бойцы. Команда Стэтбэк вообще не реагирует. Попал. Здорово. Абдель-Насер сейчас. Но и тоже нарвался на удар слева. Казалось бы, забрал себе очень хороший, чистый эпизод алжирец, но нет, тут же все отдал. Попал справа еще разочек. Почему-то развалилась защита у Аюмба Атара. Вот эти удары, тем более, да, право прямой, вот так за здорово живешь, просто подходит и всаживает в голову, и почему-то Аюмба Атара его ловит. И раунд закончен. Ну что ж, отдохнули боксеры, и настало время для третьего раунда. Неплохая серия, кстати. Смотрите, да, на ближней дистанции Абдель-Насер оказывает хорошую конкуренцию. И здорово. На таком кураже сейчас действует представитель Алжира. На хорошем кураже, потому что он регулярно попадает. Особенно это читалось в конце второго раунда, где несколько эпизодов подряд Абдель-Насер забрал. И вот теперь я бы уже не стал говорить о том, что у
ЛГ Аюмбатара есть явный перевес. Нет, нет, нет. Тем более, учитывая еще то, что алжирец давит постоянно. Хорошо, проверяет живот Абдельнасер. И еще одна двоечка. Разладилось дело у Аюмбатара. Надо меняться, надо что-то придумывать. Отличная серия. Четко два удара навстречу вложил Абдельнасер. Да-да-да, и прям мы видим, сколь уверенно действует Абдельнасер. А вот Аюмбатар, похоже, задумался. Это в плечо было. Больше ударов, просто даже количественно больше ударов выбрасывает Абдельнасер. И попадает, да, то есть, в принципе, мы говорим, что мы в первую очередь учитываем не количество ударов, но их качество, да, и общее впечатление от того, что делают боксеры. И вот сейчас лучше выглядит гораздо Абдельнасер. Он собраннее, он свежее, быстрее, точнее, активнее. Ну вот есть и тоже неплохие движения в исполнении Аюмбатара, как предыдущий удар справа. Но в общем и целом то, что... хорошо, опять справа. Вот так просто за здорово живешь на коротком подскоке. И еще раз попадает уже с левой руки. Ну, как-то совсем забыл об обороне Аюмбатар. То, что он выпускает, в основном приходится в защиту. В цель, да, но там блок подставлен, поэтому едва ли это можно воспринимать как хорошие удары. И все, заканчивается этот бой. Поднимают оба победоносно руки вверх. Но вот, кстати, по концовке второго раунда и по всему третьему, я думаю, что здесь победу можно отдавать именно Абдельнасеру Бенлариби. Вот, ему. Да, он молодец. Он смог перестроиться после не совсем удачного первого раунда. Дальше уже он... Хорош. Давно не видел, чтобы девушка умела так свистеть. Да, абсолютно все по делу, все четко. Победу одерживает Абдельнасер Бенлариби.